Участок 1993 в одной из школ Одинцова. Член УИКа Галина Мартовна получила на руки, можно сказать, главный рабочий документ – сформированный список избирателей. Теперь люди могут прийти на участок и физически, а не виртуально, реализовать некоторые свои права. Например, написать заявление о прикреплении к другому участку, если планируют куда-то уехать в дни выборов. Они будут удалены из этих списков нашей избирательной комиссии и затем будут прикреплены там, где они будут находиться. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана – ученица гимназии, в которой открылся избирательный участок. Собственно, Галина Мартовна для нее больше не член избиркома, а учитель физики. Девушке в прошлом месяце исполнилось 18, а это значит, что теперь она имеет право проголосовать. Галина Мартовна подтверждает, Светлана в списке избирателей. Проверить это также одна из возможностей, которая появилась с сегодняшнего дня. Голосовать гимназистка решила лично на участке. Посмотреть, как в нашей стране происходит наделение властью. Придешь, посмотришь на эти бюллетени, они бумажные, большие, красивые. Сама поставишь галочку, да, опустишь в урну. И еще одна возможность для родных маломобильных избирателей. Теперь они могут прийти на участок, написать заявление и пригласить избирательную комиссию домой, чтобы сложность в доступе на участок не превратилась в препятствие для выражения воли избирателя. Любопытно, что пригласить к себе членов избирательных комиссий с урнами для голосования можно до 14 часов 17 марта, то есть фактически до последнего дня голосования. Максимальная доступность и максимальная открытость – вот главное оружие избирательных комиссий в борьбе за активность граждан. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».